Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, кто ищет с вами встречи. Посмотрим. Встречи ищет тот, кого вы ждете. И это вот такой прекрасный мужчина. Мужчина, скорее всего, постарше вас. Темненький. Чаще всего это ореховый цвет волос. Может быть любой другой оттенок, но темные волосы и темные глаза, скорее всего. Мужчина такой сильный, властный, деловой, серьезный, возможно, при должности. Вот кто ищет с вами встречи. Для чего он ищет с вами встречи? Скорее для деловых каких-то отношений, девочки, чем для любовных. Да. Ну вот, для решения каких-то вопросов, задач. Это может быть решение вопросов по работе, карьере, бизнесу, финансам. Вот, либо это может быть решение вопросов юридического, судебного порядка. И вопросов по недвижимости, по документам. Ну и по финансам это, например, кредит, ипотека. Вот, причем вопросы, которые не сейчас вот прям неожиданно появятся, да, это какие-то вопросы из прошлого, да, то есть тянутся из прошлого какие-то нерешенные вопросы. Вот в ближайшее время они решатся благодаря вот этому мужчине, который ищет с вами встречи.